Всем привет, мы будем играть в Stigma Destruction 2018. Это новая игра, прикольная очень. Сейчас будем издеваться над Стигманом. Ну да, мы сейчас будем над ним издеваться, только надо как-то мне... Не знаю, что мне надо сделать. Сейчас давайте... Так, я тут уже просто построил, но тут... Не очень прикольно, потому что... Не очень много. Так, давайте сейчас попробуем другую, другое, точнее, создать. Просто хочу, чтобы что-нибудь такое интересненькое было. А как тут у нас, а вот... Сейчас просто вот так делаем и все. Дальше открываем. Допустим, набираем. Не понимаю, какие тут падают, какие тут нормально. Что-то слишком уж огромная пила. Вот так давайте сделаем. Кстати, проверим давайте сейчас. Надо так сделать, а потом нажать. Фига. И чё, сколько мы за это получили? Так, ладно, пофиг. На эту игру, кстати, ссылку буду оставлять в описании опять. Как всегда, прикольная игра. Но прикольная игра оставляю. Вот здесь можно, конечно, монетки заработать, чтобы все разблокировать. Сейчас покажу, тут персонажей много очень. Вот говорю. Вот тут. Тут что-то полицейский, Супермен, Викинг, Железный Человек, Пудж, Бэтмен, Человек-паук. Человек-паук, блин, Человек-паук. Зеленый фонарь, Мини-крафт, Майнкрафт, Халк, Циклоп, Росомаха, Вейдер, Дэдпул, Зомби. Видали, как много разных персов. Вот, возьму. Не знаю, в чем прикол. Ой, они так разбиваются, короче, типа, как будто, знаете, их кто-то того. Ну, поняли, чего. Кто-то по голове трахнул чем-то. Они прям, блин, знаете? Мне на это не хватит. Интересно, она что-нибудь типа из машины или... Там что-то кто-то это... Транспорт, вот. Это знаете, как типа Turbo Dismount игра? У меня, кстати, есть Turbo Dismount игра еще.
Ну, я пока что не буду играть, потому что вот прикольная игра. О, как тележка улетела. Я не знаю, как меня хорошо слышно, нет. Просто тут я не буду долго в нее играть. Чтобы не задерживать там всякое движуху всякую такую не задерживать. Да, кстати, следующее видео, наверное, будет с этим. Сверху, сбоку с таймером. А так я не знаю пока что. На него внимания не обращайте, потому что там, короче, я буду смотреть, сколько у меня идет запись. А то так мало ли еще пересниму, как всегда. А потом мне ничего еще не будет показывать. Так, меню. Я хочу там попробовать. Знаете, на какой попробуем сейчас? На этой. Вот. На этой давайте попробуем. Кстати, не знаю, как тут позы. Можно им выбирать, либо нет. Он прям в телеге полетел. Тут что-то как-то он тупо летел. В этой телеге. Даже ничего такого-то серьезного не было. Что-то так не понял, что у меня там. Так. Ладно, давайте на лестнице хоть здесь попробуем. Сейчас попробую. О. Не, что-то тупо как-то. Вот так лучше будет. О, сейчас норм было. Только, конечно, меньше, чем мой лучший. У меня лучше 6871. Видите, там вот написано сбоку. Заработана монета, кстати, 769 штук. Сейчас еще раз переиграем, также попробуем, только послабее чуть-чуть пустим. Это чтоб на всякий случай. Блин, ну это почему опять тележка не приземлилась на, типа, на этого чувака? Конечно, бы хотелось, чтобы на нее этого чувака херня приземлилась. Чё он так тупо летит-то? Вот, как всегда, мало опять. Ладно, пофиг. Так. О, сейчас ему по заднице дало. Хорошо. Этой штукой вот. Вот так и надо, чтобы он, короче, побольше монеток нам фармил. А то он вообще, гад, обленился. Я говорю, игра вообще обленилась. Монеты не фармит мне. Надо, чтобы монет было больше. Они... Нифига не хотят, чтобы монет было нормально. Вот, сейчас опять норм. Чувак сейчас опять так сильно кинула. Еще на него приземлилась. Клево. Вот сейчас точно клево было. Давайте вот так его поставим.
Не понимаю, в чем прикол? Че так медленно, а, чувак? Ну ты давай там быстрее шевели задом. Ну че тут ты это? Не очень нормально вообще полетел. Фига, сейчас его сломала. Только что. Видели, да, как его сломала? Что если просто... Во, тоже норм сейчас. А то что-то как-то только вот перед этим было тухо. Так, сейчас давайте без транспорта вообще просто. Просто так кинем. Я не знаю, как он полетит, конечно. Он без транспорта набрал. А сейчас не хочет. Даже так его без транспорта пускаю, он все равно не хочет. А если он просто вот так полетит? Может, от персонажа зависит. Хотя нет. Они же вроде бы одинаково разбиваются. Странно как-то. Под задник и полетел. Это типа, знаете, так. До свидания, чувак. Ты нам больше здесь не нужен. Сломался. Ладно, все, хара его кидать, а то он еще это. Того немножечко. Наверное, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.